Бля, ну давай, ну два раза, блин. И два пососа просто. Здравствуйте, бля. Меч. И всем привет, мои дорогие подписчики. Приветствую вас, как всегда, на моем канале. Очень много людей просили меня проверить mydota2.net, который от сайта mycsgo.net, на котором я, в принципе, окупался. В принципе, я даже заливал туда по 3000 рублей. Залил я сейчас сюда 2168 рублей. Со мной друг, который мне должен аркану. Он говорит, что изи выбьем на этом сайте. Можешь поздороваться. Да, здорово, всем привет. И сегодня мы выбьем точно. Да, если не выбьем, то мы еще придумаем, как тебя наказать, помимо анал-карнавала. Я тебе говорю, я еще что-нибудь придумаю. Ну так, и этак. Я предлагаю, вот я хочу открыть три раза Акса. Мне просто интересно, вот три раза это примерно вот стоимость одной из этих имморталок. Реально ли за три раза выбить одну имморталку? Как ты думаешь? Вообще да. Ну давай, я там прям... Там еще часто выпадает мификал топор за 8. Вот этот? Да. Или вот этот? Или вот этот? Я, ладно, кстати, давай, вот три раза покрутим. Блин, а как убрать звук этот? Слушай, меня бесить будет. Ладно, похуй, пускай будет. Ну, неплохой, кстати, меч, он не окупает. Ну, просто меч неплохой, скажем так. Ладно, ну, слушай, ну, 18 рублей, 19 рублей всего лишь минус мы ушли. Крутим еще. Мне просто интересно, вот с трех раз реально ли выбить имморталку, которая, ну, выходит на эту стоимость. Это говно, он стоит рублей 5. 6. И третий раз. Ну, вот как думаешь? Выпало. Выпадет, выпадет, не выпадет? Выпало, уже выпало, дядя, держу в курсе. Сука, нахуй ты мой инвентарь чекаешь? Отлично, ну слушайте. Я экран твой не вижу. А? Я экран твой не вижу. Ой, блядь. Стоп. Чё ты раньше не сказал? Так, народ, мы сейчас прервёмся. Думал, ты включил. Сейчас мы прервёмся. Так, народ, мы продолжаем. Я вам забыл в Дискорде сделать демонстрацию экрана. Так, ладно. Чё, какие открываем? Давай. Ну давай разомнемся, пока маленькие кейсы откроем. Ну там давай, давай. Есть Immortal Treasure, там часто падает золотой котик на Джаггера. Immortal чего, блядь? Где тут? Я на этом сайте не разумею. За 59 рублей справа с краю. За 59 справа с краю. А, внизу. А, вот этот. Угол, да. Блин, ну тут я что-то... Ну давай пару раз его открутим, покрутим. Мне кажется, выпадет вот это и вот это. Или вот это и вот это. Так, ага, молд на... Первый, блин, комом. Первый твой рот комом, блин. Попробуй еще раз. Ну, я говорю, сейчас выпадет вот это, или вот это. Вот, чекай. Ёпта, блин. Ладно, забей. Да в пизду тебя, слушайте, вообще. Так, ладно. Ну, размялись, что дальше? Я хочу легендарку один раз крутануть. Да, из легендара она очень часто тоже... Пошел ты! Там... Вот я знаю, твой очень часто выпадает, блин. Ладно, я тебя никуда не писал, прости меня, Зай. Прости меня, Зай, ты мне просто аркану должен. Ну, этот посох, он стоит 100 рублей. 100 рублей, да. 90. Ну, значит, можно... Уже подешевел, да. Можно еще разок, значит, крутануть. Я бы хотел отсюда тотем на шейкера, в принципе. Ну, это такого из реального. А выпадает меч на Джаггернаут, по-моему, который нихера не стоит. 140 рублей. 121, слушай. А кейсы-то тут окупаются? Ну, ладно, что, какой следующий? Кто-то мне просил открыть. Давай прям фантомку. Фантомку, да. Да пошли вон все. Блин, тут аркан лежит. Плечи лежат. Ну они вряд ли с эффектом, как у меня. Ну тут свет лежит, слушай. Ну давай два раза его крутанем. Не хочу я сразу прям два раза открывать. Блять, слушай, балик-то вообще улетает. Вообще нихуя не стоит. Ну что-то стоит полтос вроде, что такое. 101 рубль. Неплохо. Да, ну ладно. Вот выпало вот это вот. Это не важно. Ну да, было бы чем-нибудь из этого, тогда ладно. Пролетает аркана. Долетит, не долетит, сука. Собака, сына. Бля, еще раз хочу. Давай. Да, блядь, ну мы сейчас так быстро видим. Бог тебе троицу. Ну тот тебе троицу сразу имел, да, когда ты мне аркану обещал, а не выбил. Да пошел ты со своим троицей, знаешь куда, блядь. 1500 на счету. Что еще открыть? Давай хук откроем. Хук? Это сверху было, да, хук. Да блин, а что ты такие дорогие выбираешь? Реально ролик сейчас выйдет на 5 минут. Вообще больше. Реально, на 5 минут сейчас выйдет видеоролик.
Угу. Окуетительнейший хук. Пойти сразу прям поставить прямо сейчас. Чё? Пойти просто и прямо сейчас просто поставить на главный, да? Вместо своего огненного. Угу. Так. Вот оху, я еще раз хочу фантом. Крайний раз ее кручу, просто потому что хочу аркан на фантом клубить. Бля. 21 рубль. Ништяк. Просто ништяк. Так, ладно, что еще откроем? Давай, может, керри кейс? Давай, 300, естественно, ёпта. Я ж дочку миллионера ебу. О, сука. О, сука, блядь. Сейчас выпадет вот эта хуйня за 5 рублей, блядь. А, нет, другая хуйня за 5 рублей, извините. Охуетительно просто. Ух, нихуя. Струя. Извинись. Бля, ну давай еще раз его откроем. Давай. Блин, ну пипец, ну видео выйдет реально где-то минут на 5. Ну, можно будет, если что же, продать такие шмотки. Да ну. Опа! 450. Слушай, давай еще разок его откроем. Или ты думаешь, не стоит лучше? Я думаю, не стоит. Точно? Точно. Или нет? Ну, видео будет очень коротким. Ну, ладно, вот, в случае что-нибудь продадим не нужно. Давай. Потянем видео, не переживайте. Ну да, он прям жестко отдавал. Бля, это сотка. Думаешь, сотка? Мне кажется, рублей 50 стоит. 150! Отлично. Так, слушай, ну керри кейс прям мне вообще понравился. А это что такое? Блин, давай такой крутанем. Предметы из доты, да? Ну слушай, тут есть и этот Мьёльнир. Ну, Мьёльнир просто окупает. Это окупает, окупает. Ну тут, конечно. Давай два раза крутанем. Да ну, давай один крутой, два, ты че? Да, я тут просто тут очень много шлака. Очень редко что-то падает. Да тут очень много шлака, смысл открывать. О, ну, это 300, по-моему. 300, ты че рофлишь? 2? Да. Ну, неплохо. Так, че еще? На мистику не хватает. Кунка, шейкер. Может. Давай легионку. Кунку? Может, я хочу легионку. Да лучше легионку. Ну что тут у кунки? Ну да, тут раз меч, два меч, сет, три меч, четыре меча, допустим, да? Но на Легу зато есть аркан. На нее есть аркан, вот но этот меч, есть... но недорогой. Ну ладно, ладно, давай Легу. Мне тоже было интересно. Мне просто интересно, что из Леги выпадет. Тут просто вот очень много, типа, дорогих таких. Ну тут и дорогих, и дешевых до хрена. Это 350, по-моему. 340. Ну да, 400. 400, охуенно. Подожди, за сколько можно контракты, продать? Контракты. Ну тут вообще что-то дешево. Так, подожди, со своими контрактами надо определить, что подписчикам подарим. Так, 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 это мы все продали. Так. Предлагаю... Ну я предлагаю... Меч на кунку и меч на джаггера. Ну давайте, да, два меча мы вот так вот сделаем. Вот этот меч и вот этот меч. Вот этих два меча. Так. Теперь что я дальше предлагаю? Ну вот это... Я не хочу, честно, а контракты делать. Замутим через эти вещи. Да, может, контрактик замутим? Не-не-не, в пизду, в пизду. Ну там... Да в баню эти контракты. Слушай, мне на тесте дропе так контракта хватило. До сих пор жопа горит. Ну а это тут сайт... Да в баню, лучше давай просто покрутим. Так, это я продам. Это тоже. Это туда же. Ну хотя бы из дешевого бы попробовал, ну ладно. Так, это мы отдаем. У меня есть Immortal, в принципе, меч. На легионку я заберу, мне пока сколько аркана нету. А на кунку у меня есть меч, в принципе. Да, да. Давай, короче, продадим шмотки и попробуем открыть аркана кейс. Там, короче, либо падает аркана, либо вещь в половину цены кейса. Блядь, как ты мне дорог. Ну давай, аркана кейс. Прям ух. Ну, пацаны, да, вот это вообще в половину. Ага, он стоит 50 рублей. Это... Подожди, нет, сотку он стоит. Ну пиздец, а кейс на косарь? Ну за косарь, ну блин, дядь, тут явный шанс на аркану. Ну хуй с тобой. Не выпадают арканы, я тебя выебу лично, блядь, приеду в Челябинск. Сука. Пиздец, нахуй я тебя послушаю. 213 рублей, пиздец. Просто знаешь, нахуй я тебя... половина кейса, ебать я даун, сори. Пиздец ты даун просто, без обид. Просто реально даун, нахуй. Два меча осталось на розыгрыш, больше нихуя не осталось. Нахуй я тебя послушал просто. Давай керри кейс долбить, хули. Надеюсь, что он что-то принесет. Правда, я сомневаюсь, он уже так отдал хорошо, что, блядь. Я даже не знаю.
Это 300 с лишним. Думаешь? 500. А, плохо. Давай еще разок. Давай, если сейчас что-нибудь за 300 мы продадим еще раз крутанем. Пизду твой арканы кейс, блядь. Пизду этот керри кейс. Так, ну это я тоже не хочу себе баню. Так, что тут еще есть? Immortal дорогой, мистику. Это очень дорогой. Блин, арканы есть или кейс? Но это если только еще что-то продавать, ну, тогда подписчикам нечего не останется, так что не будем этого делать. Блин, ну что бы еще открыть? Надо где-то в плюс выйти. Надо где-то в плюс выйти. Давай, может, Джаггера покрутим? Ну давай разок Джаггернауту крутанем. Ну, я сомневаюсь, что этот кейс даст плюс, вот честно. Тут столько говна просто. Вот оленя нам сейчас это дадут. Не доедет. Он еще не долетит. Или долетит. Долетит. Но он 100 с хуем стоит. 131, а кейс 179, блин. То есть, ну, он вообще никак не окупился. Бля, я хочу еще раз керри кейс. Мне так он нравится, как он выдает вообще. Ну, правда, да, вот эти очки, это был фейл, конечно, жесткий. Но так он выдавал нормально. Мне прям зашло. Во. Блядь, ну между двумя арканами. Сука, я поверил. Я даже не думал об этом. Давай еще разок. Ну тут меч прям вот этот часто выпадает, здесь можно попробовать фармить. Блять. Я просто, ну, хочу добить, но он может аркан уже выдать. Посмотри, сколько тут аркан. Может аркан выдать. Только не эту хуйню. Вот это косарь стоит. Вот этот меч у меня есть, но он косарь почти. Блять, ну чё? Ну давай еще пару раз крутим этот и уходим на другой тогда. Окей. Давай, два раза еще крутанем. Ну просто видишь, он как дает, блин, ну да, он будет когда-то в минус, но он дает все равно неплохо потом. Бля, нас дает. Сука. Пошел ты нахуй, ты вообще мне сказал аркану крутануть, блядь. Вот тот выдал, так выдал, блядь. Выдал. Одну пятую чисто отдал кейса. О, 500, отлично. Ну да. Он, походу, через раз дает. Слушай, давай еще два раза крутанем. Мы просто не ушли даже ни в плюс, ни в минус. Давай еще два раза. Я просто надеюсь на аркан, вот честно. Я прям хочу аркан. Золотой баш. Сколько он? 400 рублей где-то? 750. Да какой 750? Ты че, нахуй, рофли? Блять, слушай, ну это прям охуетительнейший кейс, я че думаю. Прям самый лучший из всех, что тут есть. Да, он порой прям дает. Легенда. Ой-ой-ой-ой, ну похуй, чё. 500, так неплохо. 6 соток, чел. Еще давай. Прям могу, блять. Ну, я, правда, терпеть эту маску не могу. Сука. Ну, сука, опять говно дал. Ну, всегда выпадать, конечно, не может. Ну да, всегда ведь не может. И того у нас, если продать все. Бля, ну все равно мы в минусах, чувак. Прям вообще в минусах. Поэтому... Еще раз, может, попробуем пооткрутить кейс? Я даже предлагаю крутануть разок аркану. Не хочешь? Очень хочу. Очень не хочу или хочу? Очень не хочу, чтобы ты выбил оттуда аркану. Ну давай. Я тоже очень хочу отсюда аркана, блядь. Ну, в принципе, блядь, ну 2000 в него залито было. Блядь, ну он тоже нихуя не стоит же. Блядь, это 300. 120 даже что? 120, бля, пиздец. Лучше бы керри кейс покрутили 5 раз. Согласен. Просто пиздец, как сайт минуса уводит. Просто пиздец. Причем вот вроде не особо дорогие, он как-то более-менее окупает. Но сколько он? 300, по-моему, стоит. Это в ноль, да. Ну вот, он как бы хоть как-то дает, а аркана вообще такой минуса дает. Хотя его, ну, открыли 2 раза, он должен был дать хотя бы раз, блядь. Бля, если бы выпало вот это, я бы нахуй орал, да, просто. Да, я бы заорал, как тварь. Да ты и так тварь, блядь. Со смыслом. Ну давай керик подобим. Бля, ну эта маска, она 200 рублей стоит. Разве? Не, бля, она 200 рублей стоила, я помню. Реально тебе говорю, 200 рублей стоила. Ну там, когда только сет этот появился, кстати, никто кроме нас не открывает, ты видишь, блядь? Блин, надо было онли керри кейс, короче, крутить. Блядь! Да, надо был онли керри кейс, он выдает вообще. Ну давай сразу два. Не, давай по одному лучше, по одному. Что-то. Мне кажется, вот именно система по одному здесь лучше будет работать. Го, может, фастфом один раз откроем? Ну, блин, фаст... Ох, ты ж ёпта. 5 соток. Блядь, не доедет. Все равно 5 соток? Все равно 5 соток, тётка. Блин, ну давай быстро откроем. Лол. Заебумба. Че, еще раз быстро? Еще раз. Блядь.
И раз быстро. Ну хороший. И раз это обычно. Ну, я уже тебя понял, я нажал. Ну да. Нормально. Бля, ну слушай, кейс прям вот. Ну, а сейчас окунку. Хуюнку, ёпта. Ну, давай еще разок. Ну блин, ну пожалуйста, ну что-нибудь за косарик хотя бы, блин. Ну давай маску. А, маска. Ну слушай, они что-то эту маску прям выдают. Я забыл выйти из ВК. Они прям эту маску по КД выдают. Маску, плечи. Ну и вот меч. Меч на кунку. Да, меч на кунку, маску вот эту. Ёбаный в рот, заебали. А еще выдают такую хуйню. Это сотка. Да какая сотка? Лоло, этот хвост сотку стоил. Давай два сразу откроем. И потом ласт фастом. Давай. Ну если сейчас что-нибудь дорогое не выпадет, тогда ласт. Бля, ну давай, ну два раза, блин. И два пососа просто. Здравствуйте, бля. Меч, по-моему, дорогой, нет? 1700! Что такое, бля? Это аркана, считай. Ну да, кстати. Сейчас хуйню выдаст, на, чпоньк, ёпта. Не, это я продавать уже не буду, в пизду. Это да, это надо забирать. Блин, ну что, есть смысл Керри Кейс? Он сейчас такую хуйню выдал. Есть, вот я лично, честно, уже не вижу смысла Керри Кейса. Я тоже строить. Не вижу, если ну, честно. Давай мы его последний раз крутанем, и с учетом Байдена, как он дешевый. Уважение. Да, чисто за то, что он дал так хорошо. Пиздец он дал просто. Что-то там аркану хотел? Ну на тебе вот мечик вот какой-то. Ну, бля, я бы лучше аркану, если честно, взял бы. Так, ну что у нас? Блядь, да вы заебете. Так, вышел с ВКонтакте, извиняюсь. Вот, давай рар кейс покрутим. Я слышал то, что это очень сильно фармовый кейс. Это самый первый кейс. Я хочу Акса покрутить вот на оставшийся. Я хочу вот этот меч. Там рар кейс очень часто. Типа, это прям фармовый кейс. Да-да-да, блядь, с аркан там 50% шанса. Два раза крутанули, хуй нарыло получили. Блядь, 40 рублей стоит, алло. Блядь, а этот стоит тоже 40 рублей. Блин, ну как хочешь. Ну что тут в рарках лежит? Вот пода... Да ты ебанулся. Очень много лежит. Очень много говна и очень много классного. Хорошо, хуй с тобой, золотая рыбка. Я прям делаю вот так, на, сразу. О, блядь. Давай. И все шмотки давай закинем в контракт. Или продадим. Ну, смотря что будет. Вот сейчас одно говно выдаст, я тебе гарантирую, на. Сет на морфа, сет на лича, плащ. Бля, вот это если приехал, было бы охуенно. Ну и на сколько? На 150 рублей. Ну, почти. Ну, там Макс примерно столько же бы, скорее всего. Да ладно, вот теперь давай Акса проверим. Вот ты, давай. Заметь, вот давай. Акса моего, блин, на один кейс меньше. То есть у него на 1%, на... Да, подожди, давай, на 20% давай. Шансов у него меньше выиграть твой кейс. Вот на 20% у него меньше шансов. Вот я тебе гарантирую, сейчас прям как две имморталки вот так вот выдаст, нахуй, сайт что-то даже лагает аж. Ну, такое. Ну вот этот, подожди, топор нормально стоит вроде. Блять, ну, один топор. Да пошел ты нахуй. Так, подожди, у него еще один кейс у него остался. Давай. Все по-честному. Вот это сейчас выпадет, нахуй, ты уснешь свои арканы. Да что? Нет. Не, имморталка. А что это, типа, дорогой топор? Я не знаю. Вот этот 800 рублей стоит, как меч на кунку мой. Охуеть. Охуеть, я тебя переплюнул. А не, подожди, ты 150 дал? А он сколько дал в прошлый раз? Не, он больше на 200 дал. Какой на 200? У нас всего 200 рублей было. Ёбаный ты математик. Типа, он, смотри, он дал вот этот топорик и еще там 3 комонки. Ну да. То есть 90. И сейчас тоже 120. 210 в итоге. Блин, есть что-нибудь еще интересное? Блин, пуча нам не хватит. Сука, на хук чуть-чуть не хватает. Блин, может это давай вот этим закончим? Давай, дай ему принтером закончим. Нам. Ну, блин, правда, мы сейчас взяли такой меч дорогой, я думаю, он кучу даст. Просто хуй нарыло. Прикинь, ну, авось фартук какой-нибудь выпадет. Ну, блин, фартук было бы неплохо. А авось какую-нибудь хуйню за 5 рублей. Угу. Четко. 50 рублей, ну, блядь. 50 рублей. 73. Нихуя себе, смотри, откуда пуджи. Блядь, надо было легендарки крутить, смотри, как там было. Не угадали. А у меня ничего нет, да, на продажу? Ну, у меня только... Нет. На сколько мы выфумили? Ну, на 2000. В принципе, неплохо. Так. Нормально. Ну-ка, подожди, вот доступно для продажи. Ну вот, да, то есть мы, получается, меч выбили, вообще не знаю, на кого и сколько, почему таких денег стоит, блядь. Это на Абатона вроде меч. А, кстати, у нас есть тут еще, смотри, это бонус на открытие 2К МММ. О, заебомба. Ну тут, правда, нихера не лежит. Ну, может, нам на чем-нибудь другое потом хватит, давай откроем. Этот кейс можно купить только за бонусный. Ну. Ну. Не понял.
Что вы от нас хотите, я не понял. Не, ну реально, а что они от нас хотят? Ну давай вот такой откроем. А этот он открывает. Какого черта? Да, я не понял. Что за пиздец? Да пиздец, слабо сказано. Пиздец, это голова на Леона, блядь. Сука, это третий глаз, блядь. 10 рублей. 11. Блин, ну дайте этот-то открыть. У, сука, нихуя. Слушай, у тебя, по-моему, баланс не снялся, кстати, за этот, за первый кейс, который ты открыл. Динка ММР. Ты хуй его поймешь. Подожди, еще раз открою его. Ты хуй его знает. Ну давай. Его машет? А вот, не, ну 38, смотри. А этот стоит 39. Нет, чё? Походу кейс лагает. У тебя же 56 отображается. Да хуй его поймешь. Ну давай два еще откроем. Может что-нибудь... Баланс не снимается! Так, не, он все... Не, он все равно показывает. Бля, сейчас выпал такой мечик, он 40 рублей стоит, наверное, неплохо было. Никому, подожди, ты можешь открыть, нет? Нет, все, я не смогу теперь. 11. Подожди, что за хуйня? Все, фармим. Да, по 2 рубля, ебать нахуй. Да, мамкины фармим, просто, нормально, блядь, эти биткоинеры. Кейс, нормально. Подожди, он за реальные деньги открывает, лол, у меня на реальный баланс списывается. Какого смысле? В прямом у меня было 65 рублей. Какого хуя? Всё, нету, недостаточно средств. В смысле? Там же за бонусные. А с меня списывали настоящие. На ебалово? Ну ладно, в этот раз хоть не так сильно мы с тобой обосрались. Вот. Я этот меч, естественно, заберу, может, что-нибудь даже докину, возьму себе какую-нибудь аркану. Блин, подожди, как он называется-то? Слушай, может, это в Стиме проверить его стоимость? Ну проверь, слушай. Как он называется-то? Блин, а тут можно на это выйти? Скинь название. А я сейчас вот, вон на торговой площадке посмотрю. Ну, на Dotem. Он косарь 500, наверное, там продается. Ну, 1300 он продается. Ебать. Неплохо, чё. Только вот один вопрос. Как мне тебе на тот сайт вернуться, блядь? Сука. Ну, нажми на стрелочку. Да какую, ёп? А, вот, всё. Да, всё, блин, заебись, я раскрыл, потому что окно закрыто. Ну, блин, не, я это продавать не буду больше, народ, хороший, так, блядь, уже несколько выпусков вообще не окупался, вообще ничего не забирал. Ну, так хотя бы что-то. Ну да, так хотя бы что-то, но опять же, ну насколько, ну продать все, то есть на, за 200, за 200, за 2050 у нас предлагают все сайт купить. Ну, в минус, я думаю, пару соток, ну, короче, ну, на 3 сотки ушли мы в минус где-то. Ну, как бы сайты всегда дают минус, да, там, глупо надеяться на что-то большой плюс какой-то. Ну, ушли где-то вровень. Ну да, считай где-то вровень, ну как где-то вровень, я без бонуса закидывал, вот реально мои 2000 были 168 рублей, там просто оставалось донатов, ну и я 150 докинул, а не, я сотку докинул. Ладненько, народ, на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, увы, в этот раз вам очко его не достанется, просто потому что, ну, вроде как, ну, стоимость аркана хотя бы есть, в отличие от предыдущего выпуска. Согласен, потому что сайт заебомба. Ну... Честно, вот честно, я думаю, если меня подписчики поддержат, можно будет как-нибудь, если получится, короче, закинуть сюда 3000 и прямо вот этот керри-кейс побомбить. Ну, согласен. Согласен, ебать, с тебя 1000, блядь. Согласен. Ну, блядь, нет. Ну вот, не пизди тогда. Ты понятно, ты согласен на все, чтобы мои деньги слить, блядь. Ладно, народ, на этом все, не все. А, блядь. Я, кстати, знаете, что заметил? Я в предыдущем ролике забыл сказать, как участвовать. Смотрите, народ, для участия вам надо подписаться на мой канал, поставить лайк, правильно, что я, блядь, туплю-то. Поставить лайк свой царский просто, как батя, берешь такой лайк, ставишь, и все, нахуй, мы с тобой договорились уже. Я ебаный дебил, опять был выключить на телефоне звук. Ну, вы уже все, я думаю, привыкли. И написать любой комментарий, абсолютно любой, ссылочка на свой трейд-оффер. Ну, ссылка на обмен, если простыми русскими словами. Вот, это у нас, получается, будет второе место. Это первое место. Ну, а на этом у нас сегодня все. Спасибо, что нас смотрели, дебилов. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. С вами был, как всегда, Кунька и его ебанат друг. Всем пока. Пока-пока, народ.